равнодушия нет ни у кого. Мы операция на открытом сердце, материна. Ваше здоровье, наша работа. Он вырвался в лидеры. Сегодня на первом месте обосновался педиатр Юрий Спиваковский. Серебро у кардиолога Ирины Салимовой, обладательница бронзы, гинеколог Людмила Шарапова. Мы остановим голосование уже в пятницу, ровно в 18:00. Сейчас каждый голос для финалистов решающий. Они ждут вашей поддержки. Сегодняшний репортаж посвящен им, врачам, которые достойны звания «Лучшие». Давай быстрее заходи в интернет. За любимого педиатра они голосовали всей семьей. И нестабильная ситуация с призовыми местами Марину и ее сына не пугают. По их прогнозам, лучшим станет именно доктор Спиваковский. Пусть даже и с небольшим отрывом. Все женщины, у которых есть дети, обращаются к нему. Он никогда никому не отказывает. Хочу сказать, что Юрий Марксович – это просто чудо-человек. Сам Юрий Марксович желает удачи своим конкурентам. За время участия в акции он старался держаться подальше от борьбы за звание. Но не скрывает то, что сегодня его имя целый день на первом месте. Момент приятный. В чем-то действительно очень приятно. Хотя я всем всегда на эту фразу отвечаю одним и тем же. Потому что я не призываю голосовать за себя. Приятно, понимаешь, что что-то сделал не зря. Кардиолог скорой помощи после отпуска сегодня вышла на работу. Доктор признается, очень соскучилась и по коллегам, и по больным, для которых у нее всегда есть не только профессиональный совет. Золотые слова, настрой, ты, я и болезнь. Если мы будем вместе, мы победим болезнь. А без добрых слов быть вместе просто невозможно. Ирина Салимова уверена, акция «Лучшие» – это не только возможность узнать имена самых достойных представителей профессии. Благодаря голосованию каждый доктор видит признание тех, кому помог. Конечно, звонили, конечно, переживают, конечно, голосуют. И друзья, и те, кого я лечу, и их родственники, ну то есть кто может, голосует. На протяжении всей акции ее поддерживали не только родственники и коллеги. Номер телефона акушера-гинеколога Людмилы Шараповой вспомнили и пациенты. Молодые мамы благодарили за помощь и желали победы. Было совершенно неожиданно. При предварительном подведении итогов мне стали звонить мои родные, близкие, знакомые, бывшие пациенты и стали меня поздравлять. Я, в общем-то, была удивлена. Людмила Евгеньевна уверяет, выход в финал – это не только ее заслуга. Это еще один повод сказать спасибо коллегам, которые помогают во время тяжелых родов, пациентам, которые доверяют ее профессионализму, и родным, которые понимают, почему ей необходимо ехать в клинику посреди ночи. Кто из финалистов займет первое место, станет известно в пятницу. Ровно в 18:00 мы остановим голосование. Оставляйте свои отзывы и голоса на сайте teleobjektiv.tv. До окончания остались ровно сутки.